Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 31 марта, последний день первого месяца весны. На улице около 5 градусов тепла, холодный ветер, светит ярко солнышко. Видите на полу как? Орфей. Вот так зашли мои томатики. Переросли, конечно. Буду их пересаживать под самые семидольные листочки. Здесь у меня 9 штучек. И вот малюсенькие какие-то. Ну, малюсенькие, ой, прошу прощения, я не знаю, что это за томатики. Может быть, это у меня и какие-то другие. Потому что я использовала землю дважды. Пикировала, забирала эту землю и пересаживала. Может быть, это и не будет и не орфей. Не знаю, короче, 9 штучек я высаживаю. Остальные удаляю. Что же это за томатики? Такие вот красавчики. Видно, кожица плотная. Но сейчас прочитаем. Раннего срока созревания. Высота 1-1,20 м. По 6-7 кисти. 80-90 грамм. Масса оранжево-красного цвета. Цвет, конечно, мне очень нравится. По 2 стебля нужно вести. Формирует. Буду выращивать в теплице и в открытом. Так. А вот плотность. А, плотные. Отличного вкуса. Но я плотные томаты не очень люблю. Поэтому мне слишком много и не надо. 9 штучек – это даже очень много. Ну что, я полила обильно. Вот здесь у меня своя земля. Залила ее. Ну ладно, потом долго поливать не буду. Сейчас я их все аккуратненько выкопаю и пересажу. В этом контейнере вместо 4 получилось 3. Настолько нежные. Обломался у меня один. Так, рассадинка одна обломалась. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Не знаю, я вам советовать не буду, выращивать или не выращивать. Потом, когда у меня вырастут теплицы и на улице, я сделаю характеристику, где их лучше выращивать, какие они на самом деле по вкусу. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч, пока!